Все, поехали. Ну что, им мариновать, пускай будет. Бать, да, ты иди там, пожалуйста, бать. Он в них кидает иногда. Че, на следующий сбегаем? Сбежались в центр. В центр сбежались. Разбежались. Бля, смотри, вот ну что за бангалась, сука. Череп, сбежались быстрее. Все, разбежались раньше, набрали. Заебал. Бать, отойди чуть назад, чтобы тебя бесы медиков не ебашили, баш. Посмотрите, блять, вместо этого взломана только кольцо и надо на остальные шмотки поебать. Ну, плащу. Нет? Ну, плащ как бы да, но и похуй, типа, мне там не сильно даст. Не, если у тебя не было, то я же... Я ж 264-й полутал, типа, понимаете. Плаща я вообще, типа, никакого лута еще не видел. В двух рейдах. Вообще никакой не падал. Ни кастерский, ни... Агильный какой там. Там, по-моему, только два вида плаща вроде, да? Агильный и кастерский. Или еще танковский есть. Не, вроде же только два. Кастерский и агильный. А, духовой еще есть. О, костер интеллект. Точно. В смысле, плащ духовой, подожди. Ну, значит, только два. Сундук? Сундуков нет таких, пошел. Сбегайте. Ну, значит, только ой, два. Да. Череп бежали. На хложный выпад нажимаешь, и даже сбегаться не надо. Похуй. Буквально. Шлёп. Так забавно у бесов демонов убивать постоянно. Вот их наставим десяток просто, одна молния, все нахуй убило. Ты не та вот с этими бесами, блять, особенно на этом, как его. На... Ну, шай с духом. На груле, блять. Какая залупа, блять. Че, помирает? Голову пылим сразу же, наверное, да? Да. Поехали.
Только не заходите. Умирайте. Смотрите, на ком-ком отводите. Это хуйня ладно кому-нибудь? Ну, дирмище бежит. А, все. Нет боя? А если тебе надо бочки бисовые, на прота. Окей, наша мед полумесячный месяц. Рейд интересует? Смешно. Бис, блядь, кистевое ты. Смешно. Ну что, оно хуёвое? Да охуенно кистевое, бисовое, блядь. Просто как бы ничего, что я ршам, блядь. А-а-а. Нет? Я забываю, блядь, тебе дохуя их. Самое, наверное, сладкое, наверное, что выпало, блядь. Вольте. Ну, король, ну, до прикола. Да ну, вот. Давай, мне вновь. Ваджа выиграл, да? Рислин обмен за кольцом, тогда и за... А, кольцо роли? А, короче, похуй. Не, Мира, ты откисаешь, ты на ПП. У вас слишком много уникальных предметов. Не понял, Рислин, у тебя что, есть боты эти или что? Или кольцо у тебя есть такое? Ну, у нас с хостой, блядь. Куда нахуй тебе, Мира? Это типа, ну, только, блядь, на этого, на анхолика либо на это. Я танкану этого пидора. А, у тебя есть кольцо, я понял. ГЦ Мирая? А может я на Мишку заберу его, что думаешь? Давай, Мирая, Милтон. Ой, Реслин есть кольцо, это, оказывается. Насте в обмен покинаешь. Дермин Шлякова привел, смотри. Бля, еще кто пришел. Мне, кстати, если умирая будет кидать, то она, возможно, сгорит на Мирайку. Кстати, она уже пришла, она, возможно, даже слышит, что кольцо уже у тебя. Просто, например, я смотрю, нахуй. Каждая ошибка твоя, нахуй, минус 3 ЕП, это на размере. Танкану, короче, этого пидора. Да и ласта могу тоже. Ласта, да, можно, можно. Не против. Ну, там милик получше будет, чем сова, там, на фазе ворона. Вообще похуй. Так, Реслин, капаешь. Ой, ебать нахуй твари, блять, повыходили. Пизда нахуй. Самый мерзкий хуёвый старт нахуй. На всех контролей. Так, я сон только одно могу, свечку кинуть.
Блять, надо и дракону в печку кинуть. По-моему, каски нет. Вой, снимай это 4, я хуй его знает, чтоб не сбивал. Да я в мишке, блять, я в мишке. Хуишки, блять, кто мне нахуй контролить будет крест, блять, и не вот знаю, этот скользкий ман. Что ты не знаешь, а кто, блядь? Ну, лок, давай. Лок филять будет, хуй знает. Кого, дракона, блядь? А кого там еще? Баба хилит, да, вот это Алисон. Так может ее заебашить просто, она же, сколько у нее там, 3 ляма всего лишь. Клевануть нахуй, хули там 20 секунд, 30 уйдет. Бабу просто залить, да и пиздец. Это хуйня, а дракон сапается? А, ну давай тогда, окей. Батя, фиряешь ромбик и банишь трусы. Смотри, контроль не проебись. А реслин сапаешь крест и серый квадратик в спячку кидаешь. Говорят, агро подняли танком. Разве уже вступило? Ну да. В описании у паладина, по крайней мере, 135%. Всем. ДК там что-то... И ДК? Да, ДК там что-то с 45 до 55%. Паладин с 80 до 135. Это неистовство. Варам еще что-то там. И мишкам тоже. Прикольно. Теряешь ромб и банишь трусы. Услышал? Батя, скажи, пожалуйста, что ты готов. Давайте речь и пойдем по своим делам. Все, что ты? Так, давай танчит на пул на тебе. Ты будешь чай? Угу. Ну, фир, ромбик, или не фиряется? Бать, не фиряется. Давай зальем ее, хули. Хуй зальем, блядь. Ладно, бейте ромб, хули. Я кастрюль сейчас сбиваю, если что. Будем ее заливать. А змейка? Ну там бесы батины убивают или что там, я хуй его знаю. Я, кстати, шугер еще не задал. Там буквально все сейчас. Босса играть. Да, ерунда. Наебали меня, что баба фиряется. А чё она? Какой-то расы особенной. Батя, ты банить будешь трусы? Батя, прием. Смотри, пожалуйста, за этим внимательнее. Рич чуть не умер. Там тотем, блядь, надо ёбнуть. Да не, он мне не больно бьется, демон. У тебя пол хп было, ТТМ.
Ну, ебать, гром гремит нахуй. У нас тоже гроза была, был на сутках, блядь. Гром такой, пиздец. Блядь, 4 июля в отпуске, блядь. Ой, ебало заливать. Так, лужу не кидай, дермич. Вот. Я в августе в отпуске. Ну, ЛПшку мне кинул, красава, блядь. Лужи не кинают пока что. Ну, всё, не будет. Три дня? Ну, он уже 3 раза, 4 забрал в душу. Агра прям дохуя. Это нихуя у тебя рит, блядь, душ нахуй. У нормального человека одна душа, как это ты. Это все энхи рит. Да? Так все нормально. 3 шамана, 3 души. 3 руки и будет 6 душ. Так, лужа может быть, с лужи выходим сразу. Лужи не кидаем. С красной лужи выходим, если появится, сразу говорю. Да кашну. Что-то не хочет не кинуть. Ну, он проклятие, да. Ну, пашку хуяра. Какое нахуй проклятие? Ну и это, блядь. Зеленую хуйню свою. Кальмара. На всякий случай. Этот, Реслин, на следующую хуйню забери тьму и сейчас будешь давать ему. И потом Кастауру сразу резко ставь. После того, как команды жмешь. Жми ма, Кастаур. Опа, сейчас лужу желтенькую не разливать. Сейчас если разольет, нахуй будет бабо нахуй. Мелизон. Умрет, умирает. Сбили. Тоже пофиг. Не хочет поставать. Хилиться падло. Хуета. Пост тут хорош. Мы серого есть уже. У тебя есть дан. Возьму тогда. Тупо, блядь, 28 кхп. НС-очка, как вам? На хэмку-то можно взять ее. Не, ее апнули, мне кажется, она. Нормально, это считай, танка можно спасти этой хуйней. Че? Плюс МП5 да. Есть какое-никакое. Там все тренинги сейчас апнуты, там же этот с королева тоже такая же. Мы ни разу не брали ее. С королевы там, ну, тоже 28 да херец. Она точно такая же, да, еще. Нет. РДД вместе, пожалуйста. Я вот, блядь, вот тут вот, слева там вдалеке. Давайте, арчи на полумбаф и поехали. Мирай, когда, короче, просто слушай, нахуй. Ничего сложного нет. Маны нет. Там рыба. Когда будешь тренироваться здесь, слушай. Что слушай? Просто слушай, блядь.
Да из кикбоксера, блядь. Ну чё там? Мирай, Настя сказала, если умрёшь, на всех освоениях будешь сидеть на замене. Чё, ебашим? Прочтовок мрёт, не прочтовок, не наша проблема. Потому что, блядь, не районах и вагон. 2-1. Аргументировала. Мирая, твой выход. А чё за хуйня? Почему у меня ни одного крита нету? Что это за пиздец вообще? А не пул. Хуй пойми нахуй. А, блядь, ещё шми... Ладно. Не бьём мы как-то очень долго. Чем устали? Не спал? Разверни. А реслинг, когда фаза начнется, жмешь бабл, блядь, и максимально хилишь нахуй, подхиливаешь, помогаешь спа. Остальные все свои сейвы вытяжать. Никто ни, ничего там не бьет, когда я скажу в крест побежать. Просто стоим, хилимся, живем, прожимаемся и так далее. Рит, наверное, на луну себе ебань не сразу не хилит. Ну так понятно. Поднажим открыто, он, ну типа, совершенно. И ты, Серега, наверное, по Вальморе ебанешь, на всякий случай. Ну, на перифазе ты. Все, в крест побежали, все в крест, быстрее, в крест. Все, РДД, да переводите, босс. Прожались. Хилимся, живем. Все, ветры съебали. Нет, один остался. В крест вернитесь. Никто, блядь, не уходит пока. Блядь, сейчас Войт ударит. Стоим, ждем. Блядь, Войт нахуй. Ну все, за ним ушел. Че, он бежал, блядь, на зачем вапывать? Да, блядь, что вы делаете? Ну ебаный в рот. Станьте в ебаный крест все нахуй. Заебали, блядь. Все, нахуй, теперь можете типа после бить. А не, нихуя, блядь, в пета ебаного, блядь. Ой, блядь. В крест, нахуй, стали все. Пета, нахуй, свою убери. Обеги ветер. Аллилуйя, нахуй, не прошло полгода, нахуй. Пошли под босса, стали в один фрейм и бьем.
С пугами 100к хп оставили, блять. Попадали на столбах. Готовься, забирай. Забирай, босс. Все, похуй, можешь тут танчить. Во фрейме стрим делаем. Мирай, на следующей фазе, когда у него 20% станет, он превратится в дракончик. Там будут кидаться столбы. С этих столбов надо выходить, блять, очень быстро. Ломает ебучку моментально. Один тик где-то 1018. 2 секунды проебался, сдох. Там 2 войска у нас есть. Давайте бомжей оба. Фаза. Геру даем фул дпс по боссу. Под ебалом босса не стоим. Блять, ладно. Хочешь, давай сразу оттуда, что там было место. Сейчас будет первый стол, готовьтесь. Ридига. Второй столб обычно не показывает. Смотрите внимательно, куда кинется. Так. Столб. Арислин, подъебалник, подходи. Тебе столб, не понял. Вообще миликов на рыбами. Не хочется выкидать. Мили, мили! Блять! Чё мне так быстро сложило, нахуй? Ну, пламенный вставай. Вихрь. Пламенный вихрь, и эта хуйня, блин, сразу. Понял. Сейчас еще один стол будет. Какой-то поломанный босс. Столб хуй пойми как. Да, Мирай, какой тебе топор упал? Он ага. Через раз падает. Выходит, 2 рта не было, кстати, а упало. Кстати, лук не чешный такой. На трансмут, типа? Я знаю, ты меня слушаешь внимательно. Короче, мне нужна твоя помощь, и если ты мне поможешь, я прощу тебе все грехи. Отпустишь грехи? Все его грехи ему прощены. Пиздец. Он говорит, голды нет у него. Он говорит, скажи ей, что голды нет. Нахуй мне твоя голда, блядь, идиот. Пиши, блядь, в диск заебал. Я не